Всем привет, с вами Андрей. И сегодня у нас обзор на самую лучшую походную солнечную батарею. Поехали. Для обзора сегодняшнего я решил найти место поэкзотичнее. И в итоге мы находимся у знаменитого дома со слонами. Прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и прокомментируйте это видео. В наше время очень многое зависит от электричества, все к нему привязаны гаджеты, смартфоны, телефоны и прочие атрибутики. И я решил, что солнечная энергия вполне себе независимая, и нужно как-то в эту сторону двигаться. Стал штудировать, искать достойную солнечную батарею. И в итоге остановился на модели вот этой фирмы. Вариантов на самом деле батареи очень большой. Там есть слабенькие, помощнее, есть гигантские, которые только на автомобиле перевозить придется. Но я решил найти такую, чтобы можно было ее брать с собой, например, в поход, то есть в рюкзак. Соответственно, она должна весить не более килограмма. Даже килограмм считаю это много. И в итоге я остановил свой выбор вот на такой солнечной батарее. Это монокристаллическая технология изготовления. Она абсолютно водонепроницаемая, мощностью 21 Вт. Но вот этот контроллер все равно мочить нельзя. Это логично. Но его можно вот так вот, скажем, под верхнюю часть рюкзака закрепить. Здесь есть карабины в комплекте. И то есть у вас верхняя часть будет защищена от влаги, а здесь пусть хоть и она в дождь, неважно. Кстати, она работает даже в пасмурную погоду. Ребята заряжали телефон в пасмурную погоду. Я в интернете общался. Говорят, 3000 миллиамперный телефон заряжается за 2 часа до 100% с нуля. Вес батареи составляет 600 граммов, что я считаю вполне немного. С виду она очень классная, прям обалденная батарея. Здесь имеется два USB порта. Когда светит яркое солнце, то два устройства на раз заряжаются вообще без проблем. Размер батареи в сложном виде 25 сантиметров на 30. То есть она вот так вот складывается. Вот это уже не складывается, хотя она гнется. То есть она гнется, но если ее согнуть, я думаю, она сломается. Но в таком сложном состоянии она не так много места занимает. То есть в рюкзак там в любой она на раз умещается. Очень удобная штука. Брал я ее по цене около 3000 рублей. Взял специально черного цвета. Есть еще защитного. Но я считаю, что черный лучше всего, потому что с детства нам говорили, что черный цвет, он все-таки притягивает солнце. Вот. Я с этим расчетом взял. Если кто-то найдет батарею лучше по своим характеристикам, отпишитесь мне, я с удовольствием буду обсуждать это, и если вы меня убедите, что ваше предложение лучше, я закажу и сравню их. Но я считаю, что лучше этой там нет ничего, потому что я очень долго ее искал, очень долго. Красивое место. Почему оно, правда, не охраняется, я не понимаю. Здесь, говорят, даже экскурсии проводят. Отреставрировать бы этих слонов. Место, говорят, какое-то не совсем таки простое, мистическое. Нездоровая канитель. И я тут со своей батареей. Ну да ладно, простят меня духи. Надеюсь. Прям очень много ворон летает. Мне это не нравится. Надо, наверное, отсюда валить. Итак, солнца нету, а батарея все равно работает. Вон она заряжает аккумулятор. Я в шоке. Реально вещь. Спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте ставить лайки. И до новых встреч. С вами был Андрей. Удачи.